Привет, друзья! Сегодня у меня будет мой первый обзор моих покупок из магазина «Светофор». О том, как я туда ездила и какое у меня осталось впечатление и мое мнение об этом магазине, вы увидите в ближайших роликах. Итак, в магазине «Светофор» я купила товаров немного. Значит, чек у меня вышел на 702 рубля 80 копеек. И что же я купила? Первое – это фильтр. Вот такой вот фильтр. Модуль смены называется. Здесь 170 литров. Отличная покупка. Не знаю, попробую я воспользоваться этим фильтром. Понравится он мне или нет. Сейчас я его попытаюсь открыть и показать вам. Находится он вот в такой обычной пленке. Стандартно, как и все фильтры, которые мы покупаем. И цена его 81 рубль 90 копеек. Это бюджетная покупка. Конечно, радует, что это недорого, но как он будет себя проявлять, мы увидим дальше. За 53 рубля 90 копеек я купила вот такие салфетки Аура. Здесь их 200 штук. Конечно, меня это радует. Это влажные салфетки для всей семьи. И особенно я салфеток покупаю всегда много. Вот. И радует, что есть клапан, что позволяет салфеткам всегда быть влажными и не высыхать. В принципе, бюджетная покупка. Приобрела вот такие вот салфетки косметические. Стоят они 27,90, здесь их 100 штук. Получается, что эти салфетки дешевле, чем в Ашане. Потому что в Ашане они стоят 35 рублей. Если я не ошибаюсь. Или 37. Так, сейчас я их открою. И хочу посмотреть, что же это за косметические салфетки. Открываются они удобно. Извлекаем салфетку. Смотрим. И она точно такая же, точно такого же качества, как в Ашане. Фирма «Каждый день». Один в один. В принципе, неплохие салфетки. Всегда пригодятся. Но я не считаю, что они косметические. Они просто обычные салфетки на каждый день. Купила бумажные полотенца, они двухслойные, два рулона. Стоят они 33 рубля 90 копеек. Ну, конечно, рулон, как видите, он не плотный. Соответственно, полотенца здесь будет очень мало. Вот. Ну и цена, в принципе, тоже доступная, 33,90. За 38,90 купила вот такой гель для прочистки канализационных труб. Здесь 500 мл, результат за 7 минут и безопасен для труб. Соответственно, это все идет для любых видов и типов труб. Что могу сказать? Ни разу не пользовалась таким, не покупала. Фирма мне неизвестная, но сделано это в России. И он стоит дешевле, чем в фикс-прайсе. Если, конечно, он такой же мощный и такой помощник, как гель из фикс-прайса, конечно же, я его покупать буду, потому что это дешевле. За 34,90 купила освежитель воздуха. Это аромат дыни и арбуза в объеме 400 мл. Такой освежитель воздуха, еще раз скажу, что стоит 34,90. Я считаю, что освежитель можно брать и бюджетный, потому что мы его прыскаем в воздух. Это деньги на ветер, поэтому мне такой освежитель нравится. Я брала такой фирмы «Мелодия ароматов» у нас в ТК «Народном». В принципе, неплохой. Следующая покупка – это конфеты «Шокопанда», «Шоколэнд». Здесь 500 грамм. Стоят они 113 рублей 90 копеек. Это вот такие конфеты. Так, сейчас я вам покажу. Это вот такие конфеты, то есть два кругленьких шарика белого цвета внутри с шоколадом. Я такие конфеты не ем, мне они не нравятся. Вот. Срок годности у них указан 9.12.2018. И здесь написано, что с момента выпуска годны 9 месяцев. Произведены в Ставропольском крае.
Ну, что могу сказать? Конфеты так себе, вот чисто для меня, а цена бюджетная. Самое то, что мне понравилось из всех приобретенных товаров, это вот такие тапочки. Написано, что это туфли, женские сверху. Но я считаю, что это тапочки. Тапочки сделаны очень хорошо и качественно, как вы видите. Верх здесь вот такой, как замшевый, а подошва резиновая. Единственное, что я поняла, что здесь большие косяки с размером. То есть я ношу 37,5, возможно, 38, но мне подошли только тапочки 39 размера. То есть размер в размер они не идут. Почему? Потому что, видимо, они произведены в Китае. Вот. И сейчас я посмотрю, где они произведены. А произведены они, то есть сшиты в Москве. Почему у нас так странно шьет Москва, что вместо 37,5 я себе купила 39. Такие тапочки бюджетные, и они стоят 247 рублей. И последняя покупка, она действительно очень выгодная. Это у нас древесный наполнитель для кошки. Здесь 15 литров, сибирский лес. До этого мы покупали комкующийся наполнитель, но мне он не нравился. Посоветовали древесный, и действительно, я древесным довольна. Единственное, что здесь, видите, он очень крупный, но, думаю, это ничего страшного, потому что он очень хорошо впитывает все и действительно экономный. И от древесного наполнителя меньше запах, чем от комкующего. Здесь высокое качество, биоразлагаемый, защита от запаха, это действительно 100% натуральный и отечественный продукт. За 15 литров я заплатила 67 рублей 90 копеек. Это бюджетно, дешевле наполнителя я пока еще не встречала. И вот такие небольшие покупки я вам сегодня показала. Если они вам были интересны и полезны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. Вам всем скажу всем пока-пока, хорошего вам настроения, живите с добром, всем пока-пока.